моя квартира. Галина Баженова вздыхает, находясь в собственной квартире. С недавних пор она здесь непрошенный гость. Прийти сюда решилась только в нашем сопровождении. Сейчас здесь, как у себя дома, чаще бывает другая женщина. Истинная хозяйка последний раз приходила сюда месяц назад. Видно, что кто-то заходит. Видно. Я думала, он здесь. Больше года в этой квартире разворачивалась драма. Сын со своей сожительницей пытались выжить отсюда пожилую мать. Дошло даже до рукоприкладства. Сын Галины Григорьевны нашел себе новую женщину, которую пригласил жить вместе с ними. Семейной идиллии не получилось, и, судя по словам пенсионерки, у подруги ее сына возник другой план – завладеть жильем. Для этого она стала использовать единственного в этом треугольнике мужчину. У нее сын аккуратный. У нее трое детей, мать воспитывает, а она в моей квартире живут. За квартиру 100 с лишним тысяч, 116 тысяч я заплатила. Их и долги все. Сейчас Галина Баженова судится, устала терпеть постоянные оскорбления и избиения. В последний раз собственный сын ударил ее бутылкой по голове. За это вот уже полгода он находится в колонии. Бил прям, вы знаете, со остервенением. Вот с ненавистью, со остервенением. То, что я им не даю жить, как они хотят. А я не могу так жить. У меня сердце больное. У меня в январе должны были положить на операцию. У меня тромбы в сердце. Еще пару лет назад, говорит Галина Григорьевна, и подумать не могла, что сын может так поступить, поднять руку. Да, у него были проблемы с законом, но с ней он был всегда обходителен. Суд, а судебное заседание извещает еще раз о слушании дела по месту жительства на 1 ноября 9 часов. Из-за отсутствия ответчика суд решил отложить заседание почти на месяц. В конце октября сын истицы должен выйти по условно-досрочному освобождению. Тогда-то ему придется снова предстать перед судом, но уже в качестве ответчика по гражданскому иску. Мать требует выселить его вместе с подругой. Она хочет начать спокойную жизнь в собственной квартире. Алмаз Кашев, Артур Давлекаев, телеканал «Нефтехим».